На оранжевой маршрутке Сигантангсира я отправляюсь осматривать пагоду Таман Алам Люмбини. Проезд стоит 4000 рупий. Итак, сегодня у нас пагода Даланг Ди Ипси Таман Алам Люмбини. Она находится впереди по курсу. Идем туда. Клубничные поля. За моей спиной горные кряжи. Дорога ведет нас прямо. Так здесь представлены клубничные поля. Правда, клубничка какая-то совсем-совсем маленькая. Вот такая вот пагода издалека. Мини-копия Шведогона. И на этих полях выращивают перец. Это, друзья, мандарины. Перец и мандарины. Все продумано. Правда, мандарины еще пока совсем не созрели. Куда? Здесь растет картофель и такие же сорняки, как и у нас. А вот вдали пагода. Вот таким вот аппаратом здесь орошают поля. Здесь очень много обезьян, оказывается. Вход на территорию пагоды с 9, и походу она уже платная. Обезьяны здесь противные. Нужно будет ждать. Пагода с элементом китайского. Эдакий микс. Не знаю, что вам сказать. Это как бы свастика. Но не пугайтесь. Это всегда принадлежала буддистам, и ее немцы только перебрали на себя. Здесь снова разные китайские экспонаты. Что-то здесь не продумано до конца. Получается, как бы и буддийский храм. Там, кстати, в бирманском стиле. И в одночасье здесь очень много присутствует разных китайских элементов. Территория храма, безусловно, красивая. Здесь видно, что поработали ландшафтные дизайнеры. И все выглядит очень и очень красиво. Здесь вот такой вот мостик, тоже как элемент дизайна.
также внизу представлена флора ума. Вот такой вот этот мост, он полностью железный. Здесь, кстати, товарищи, можно вот по такому вот по мосту сойти вниз и посмотреть, что же делается внизу. И мы это с вами обязательно сделаем. Так что выглядит снизу. Здесь работает рабочий. Территория вообще-то небольшая, но за счет дизайнерских разных штучек очень и очень красиво. Попадаешь словно в джунгли. Некоторые деревья здесь подписаны. Надписи, правда, некоторые уже совсем старые и потеряли буквы, но все же. Ну что ж, территория довольно-таки красивая. Здесь напоминает фрагмент из «Властелина колец», где живут хоббиты. Здесь где и погулять вообще-то. Так что постепенно будем изучать с вами эту территорию. Здесь есть места для отдыха. Такие вот красивые дорожки. А в этом плане здесь очень красиво. Кто-то узнает, конечно же, цветы, которые у нас летом. И в окружении такой вот природы это все выглядит очень и очень красиво. Будто бы находишься в ботаническом саду. Ничто не намекает на то, что находишься на территории буддийского храма, пагоды. Не хочу углубляться в историю этого храма. Он совсем новый, насколько я читал. Он завершен в 2010 году, кажется. И это реплика на Шведагон. Такие вот склоны здесь присутствуют.
Но здесь вот именно эти места точно как по бетоне находишься. Здесь есть небольшой водопад, но он сейчас не работает. Но было бы очень красиво, конечно, если бы он работал. Это финишная стена этого храма. И сейчас вам покажу, как здесь работает. Получается, что вот были такие прекрасные склоны, постоянно. Вот впереди стена. И сейчас будем подниматься наверх. Здесь сделан вот такой вот интересный элемент. И очень много скульптур. Конечно же, в отличие от Сведогона, это просто краска. Но копии никогда не превосходили оригинал. Это главный фасад. Это снизу.
тоже. А по-настоящему все здесь ничего нельзя трогать. Мы покидаем с вами этот храм и возвращаемся назад в Берастаги. Кстати, вход бесплатен. Здесь плантации картошки. И как и у нас, от всех жучков и паучков обязательно орошают химикатами. А тут то и дело обволакивает вот такие вот горы. Здесь растут вот такие вот сосны. Как только выехал за территорию Берастаги, везде поля. И хотя я нахожусь сейчас в экваториальной зоне, по погоде этого не скажешь. Здесь днем 20-25 градусов максимум. Потому и растут здесь все те овощи, которые привычны для нас. So I